Разве вот тут вот была поверхность? Сразу спрятали все. Ребята, всем здрасте! Опять я с вами, Петрович. Замечательный сегодня день, утро еще, и мы находимся на реке Уфа. Давно ничего не записывал, да, в принципе, были выезды, ну, такие неинтересные, и как-то все это в архиве так и валяется. Но сегодня буду, думаю, будет интересно. Сегодня с нами Данил, сегодня с нами Алла. Росала, значит, рыба в кадре появится. Так не бывает, чтобы она что-нибудь не поймала. Я, конечно же, почитаю, как обычно, книгу какую-нибудь, что-нибудь пожру и довольный опять отправлюсь домой. Ну, постараюсь для вас что-нибудь снять. Давайте, ребята, поедем на место слеповаться. Так, ребятушки, мы долетели сейчас до острова, вверх по течению, и отсюда пойдем сплавом. Сейчас настраиваем наши спиннинги, пойдем сплавом, будем спиннинговать,
Посмотрим, что из этого будет. Ну, и пока ехали, не видели нигде, чтобы там хищник бил, еще что-нибудь. Я скажу вам, восторг полнейший. Давненько не бывал на этой реке. Просто, ну, блин, просто восторг. Кайф. Прямо не пожалел, что мы сюда погнали. Что, Дань, все получается? Данил с Алой рыбачат на тяжелые приманки. У Данила вертушка, у Алы колебалка. Я взял ультралайт. Зарядил воблер маленький. Поймаем кого-нибудь. Давно, давно пора. Зубастого. Сова. Сова. Нет, о, какая-то полуцапля даже. Какая-то маленькая. Цапля-сов? Цаплюшишка. Даня, единственный профессионал среди нас, поймал такого окуня, горбача. О, ну, зебра. На что клюнуло-то? На вертушку какую-то. На вертушечку. Значит, надо работать вертушками, значит, окунь клюет. Да, чисто такая окуневая вертушка. Я на нее окуня тоже ловил как-то. Ну, молодец. Давай, бросай в кам. А, она меня ест. Ну, он сейчас тебя сожрет. Значит, начинаю рыбачить на вертушке. Ну что же, продолжаем диалог. Мы же пока пустые. Мне надо вон ту штуку раскрутить. Ну. У меня опять там мишура. Ну вот, и у меня так же. Видишь, как я делаю? Образовалось. Видишь? Хоп, и все, и нет никакой мишуры. Так же и делать. Все, погнали. Обловим его. Самую краешку. Высадились на острове. Здесь. Перспективное такое местечко, надо его обловить. Ой, да. Да, будь осторожен. Обильная растительность. Блин. И вокруг него тоже. Ну сюда не кидай. А куда? Че, зацепишься сразу. На, туда куда-то идти. Что тут одна травень? О! По пояс. Вот туда надо, вон, видишь, течение. Мне тут вода по плечи. Ой, фу, блин, не вода. Ну пусть будет вода, я понял. Да, травище. А бывает столько воды, что он скрыт под водой просто.
Блин, это вот трава. Да, не покидаешь. Блин, везде травень. Тут даже заброс негде сделать. Вот же ж зараза. Тут некуда даже Даня кинуть. Да, вот надо, вот куда надо кинуть, это вот туда, противоположный берег. Там такая ямка на течении, тут и щучка, и окунь. Частенько брали, а тут, ну что тут? Все везде трава, трава, трава. Вон, смотри, что происходит. А как вот туда бросить? Смотри, видишь, он прям все. Во-во-во. Это хищник гоняет. Вот они, щучки, и все. А как вот туда бросить? Блин, у меня тут трава по плечи. Да, и тут в воде то же самое. Ну-ка, попробуем. Оборву, зацеплю, оказывается, зацеплю. Тут катушка плохо стала работать. Пробуем, может. Ты затапишь не траву, а рыбу. Или вместе с травой рыбу. Ну и хотя бы трава отдаст тебе знать. Ну, она отцепилась в воздухе. Трава. Да, ну тут такое себе, конечно. Такое себе, конечно, говорю. Не провести приманку нифига. Подальше пройти, может, там он выйти. Оу. Даня, где ты? Вот тут вот пойти. Ну тут опять течение. Надо было туда. Зараза, ну ладно. Я попробуем. Здесь вот. Видел пару рыб сейчас каких-то, которые блесенку сопровождали. Небольшие. Ну. Я прям увидел пулетку над и промахнулась. Может, сейчас попадет. Здорово. Вот так же вот вел. Что тебе надо-то, а? Стукнуло, значит, где-то ты тут укололась, больше не хочет. Об крючки, видимо, укололась. Садра, это опять ты, Петрович. Да, видимо, укололась, больше атак не происходит. Тут какое-то неудачное место.
трава, там мель. Так, что у нас? Травище. Ой, море. Прямо. Да, разбежался. Ушли, хоть бы одну вещичку взяли. Да что там в тени-то делать? У нас лавку разобрали или мы ее увезли? А куда у нас лавка, правда, делать? У нас же такая хорошая тут лавка была. Офигеть, как тут все заросло. Да кому что надо тут было разбирать? Все как было, так и есть. Заросли. Так, давайте замешивать прикормку. Сейчас время обеда. Алла вон готовит прекрасный обед. Будет сейчас жарить там курицу. Данил там изучает ихтиофауну. Ой. Все в порядке. Так, а мы замешаем ванильку. Дымаевскую сейчас. Будем рыбачить. На фидер и на поплавок. Пока обедаем, фидер закинем, потом еще и под поплавочек прикормим. Конопли добавим немножко. Все, порядочек. Ребят, ну вообще надо кушать. Я тут думал, фидер сейчас заряжу, закину, пойду по обеду, закинул, тут же клюет. То есть вытаскиваю на опарыша вот такую приличную плотвицу. Все. Даже не знаю, что лучше-то. Покушать? Или дальше продолжать рыбачить? Покушать. Ну, все-таки, видимо, да. Надо поесть, а то что-нибудь клюнет крупнее плотвицы, а я уставший. Поэтому пообедать, значит. Есть, значит, есть. Да ничего, что я к тебе спиной. Ну, так получается. Это тоже мне это мелом мазал? Это да. Угу. Сало вот режь. Угу. Я шкуру срезала. Конечно, конечно. Дань, бери зеленку. Стянула, вернее. Больше. Посмотри, как у тебя. Беспредел. Да, беспредел, ну. Не, если такой клёв, я как наворочу. Леща здесь. Задористого. Тэдж. Наконец-то в кадре какая-то рыба стала появляться. Все-таки не зря мы на Уфу поехали. Сейчас, пойду сейчас на фидер буду рыбачить. Я свою местечко вот тут сначала постою. Ну ты главное, а потом тут из виду не теряйся. Смотри в траве, чтобы в яму не шагануть. Да, вот под такой травище-то туда. Опасно, ногу что-нибудь повредишь. Не дай бог, конечно. Ну и мелочь. Да и офигеть этой рыбы здесь. Все, ребята, будем обедать. Приятного аппетита. Идите к холодильничку, тоже что-нибудь перекусите. Не забудьте лайк поставить, подписаться на Яндекс.Дзен, Рутуб, Ютуб, Гутуб, Хутуб, Дубуб. На все. Ссылочки, хватит кушать. Ссылочки в описании. Чё, зацепился? Опа! Опа, есть! Чё, сошло, что ли? Или нет? Осы? Блин! Не, ну это, наверное, промазал. Ободрали все. Ну вот долбило, долбило. Я за спиннинг зацепил. Ну, Данил. Ты же мастер спорта по поплавковой ловле. По поплавочной. Как ни назови. Блин.
Да. Что ты будешь делать? Тащу, не пойму. Не, вроде тащу. Да, рыба. Нет, не рыба. Да не поймешь, что. То ли тащится сначала, то ли потом куда-то девается. Что происходит? У меня? Да. Не, нормальный крючок. Наоборот, видимо, большой, там мелочь фигачит, фигачит. И это... А съесть не может. Вот, долби, долби, да я тут дергаю, дергаю. Как подойдет такой хорошенький чебачишка. Так как бы вытащу. Ну меньше ничего ставить не буду. Смотрите, ребят, ну какая уклеища просто. Огромная. Селедка настоящая. Вот мелочь и долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Я уж камеру не включаю. Опа-па-па. Просто устал включать его, включаешь, а там опять пусто, пусто, пусто. А мелочь долбит, 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 долбит. Крючок маленький. Не завязываю. Все-таки вот покрупнее что-то хочется. Вот такую вот уклейку большую выудил. Ловлю на опарыша. Данил червя мает. Я бороду распутываю. Ну да, бороду распутывает. Все равно дело. Но червь, я думаю, все равно там замаялся. Знаешь, что процесс идет? Хороший клев вдруг оборвался. И налетели тучи. Но денек был прекрасный. Можно собираться домой. А. Будем собираться, ребята. Нарыбачился, аж руки болят. Наконец-то. Рыба в кадре была. Река и хороший день. Поедем-ка мы, пожалуй. Вот, ребята, траву всю вытоптали. Похоже, хоть на жилое стало местечко такое. А то заехали в джунгли. Вот, Данил, здрасте. А то заехали в джунгли. Дрова даже не по пояс. Мой рост получается. Блин, неохота уезжать. Ну и дела домой уже зовут. У Данила дел нет, так он тут остается, ему травку потоптали. Неправда. Неправда? Дома меня семья ждет. Угу. Ну скучно, ребята.
ходить на моторе, гораздо веселее прогуляться с лодкой по реке. Па, идешь, наслаждаешься прогулкой. Просто так ходить тоже плохо. Даже по реке не зря говорят, мы ходим, а не плаваем. Кто-то для увеселения берет трекеры, палочки прогулочные, а я сажаю в лодку дополнительно двух пассажиров, дабы не скучно прогуливаться. Кстати, как служба такси. Прогуляюсь с людьми, приглашаю на прогулку. Мель. Хрен его знает, как местные ее проходят. Это не понимаю. Как раз перед стоянкой туда. Хрен его знает как. Ну все, ребята. Мы уже погрузились. Гоним по замечательной грунтовке. В целом вообще днем доволен. Рыбы половили как бы немного, но есть. Наконец я увидел поклевочки. Подержал рыбку. Руки пахнут рекой. А главное, хороший солнечный день. Прекрасный отдых. Нечего сказать. Отлично, впереди пару соточек километров. Я думаю, что часа за три мы их сейчас преодолеем. Красота! Давайте, подписывайтесь на канал. Ой, птичка, птичка. Ну и, соответственно, будем на связи. Всем пока. Рад был всех видеть. Ваш Петрович.